Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FIFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. My life, а ты как-то рядом с Венгром находишься? Нет. Надо там торговать. То есть, я так понял, предложения уже нету, да? Сейчас, подожди, у меня тут некоторые занятости. Вот ты разведчика Венгр так себе поставил. Да, сори. Так. К виду к три хода. Мне, наверное, нету смысла ждать акведука. Надо идти в каравеллы. Тут я хотел фермы все-таки троечку, даже четверочку сделать. Инк предложение. Чикан, у меня к тебе идеальное предложение. Чикан, Вьетнам. У меня к тебе следующее предложение. У тебя в союзниках есть вооружение, которое будет плюс 15% нового предавать, если ты со мной замиришься. Правда ведь? Ага, Женева есть на карте. Подожди, если я за тобой союзюсь, я все равно снесу, какая от меня разница? В смысле? Ну, если меня снесут, да, но ты же запечатать мир побыстрее сможешь, чем снести меня. Плюс, там, 4-5 ходов тебе увеличены на руку. Да-да-да. А как тебе предложение? Какая же машина? Давайте, кампус. Так, ну мне реально нужно в каравеллы выходить, чтобы найти хоть какие-то еще места для... Так, вот это, кстати, надо выкупить клетку. Здесь у нас кампус может быть на 4. И я думаю, надо укреплять религию. Уже и деньги воруют. Да за что, ребят? Ну, окститесь. Ну, это, скорее всего, Франция. Да, my life? Он меня не разведал. Даже еще не встретился. Скорее всего, это финикийские братья какие-то. Убери, пожалуйста, своего разведчика. Венгра. Так, вот тут вырубаем. Только мы это передаем сначала Маджапахиту, потому что, опять же, повторяю, Магнус на 50% больше ресов дает, а потом обратно Джамби и ставим тут тоже кампус. Дима, предложение. О, тут можно проплыть. Может, универ купить здесь просто? Промышленная зона на плюс один. Но здесь вот у нас станет дамба, да? Я обещаю не убивать твоего слона. Давайте промышленную зону сюда. Значит, вообще не жалко. Слушай, надо куплю универ. До конца играть. Согласен. Не, ну нахрена мне, просто мне это не тёки не могу. Ты все равно мне ничего не забираешь. Зачем ты помогаешь мне забирать? Если все равно тебе долго, вот ни одного.
Блин, что я хотел за... укрепить религию. Близок, он один остался в французе. С чем? Он все равно он заступит, если ничего не сможет. Давайте, наверное, сразу два... Оба апостола куплю, чтобы до конца укрепить религию. Он там территорию, видимо, не разведал, да? Иудаизм укреплен. Блин, какая боль дипломатическую службу без зарения закрывать? За дипслужбу еще одного шпиона дадут, да? Кайф, кайф. Но я только немца вижу. Так, надо еще по городам пройтись, посмотреть, что они там делают. А таймер нормально всех устраивает? Не душит? А динамический? Понял, надо раскликиваться. Так, тут гурдвару надо будет покупать. Построим библиотеку пока. Кампуса и центры коммерции, священные места. Кроме города сразу религию, такое себе. Ну давайте дальше распространяется. Ну, Вьетнам, привет. Кампуса и центры дают науку и золото. Посол с городами-государствами. Ну, тут маловато их рядом. Не знаю, не хочу. Священное место и театралка «Вера и религия». Посол Гарон добавляет в этом году 10 единиц. Когда вы отправляете посла в город-государство, он добавляет в этом городе 200 единиц религиозного влияния. А вот это интересно. Давайте примат папы возьму. Дим, сделка. Тоже сделка. Да я вот забью. Так, тут для гурдвары надо 190. Нет, давайте я куплю библиотеку. Так бы хотел мне 18. Почему вы сажаетесь, мистер Андерсон, да? Да, не, это хорошо было. Не, ну что делать, я расселяюсь, живу, вот слоны есть. Вот слонов посмотрю. Вот, Дима, слава тебе, Господи. А не, тут эти два дня. Это реально прикольно. Особенно когда леса есть. Но я вижу, что индус вообще лесов особо нету. Вот это наука у Финикии от монументальности, от соседства гавань дает еще и золото. У Гала своя наука. Просто не до нее. А, Инг, так ты вон когда? 500 военки. Я не собираюсь нападать, просто а, 500 военки и латники, да, которые у меня же в лице стоят, и не собираешься нападать? Брат, если что, это тот, короче, китаец, помнишь? Нет, не помню. Давайте натурфилософию поставим. Поставлю тебе войну, короче, потому что ты тут на меня войска поставил на границе, помнишь? Это на а-а-а! Лассалы. Да-да-да. Ладно, ему еще можно тогда поверить. Не знаю, содержание. Просто отведи войска от, на одну клетку от реки. Может, 100% оборонительных зданий, хоть немножко стен построить, чтобы совсем. Я тебе говорю заранее, вот там, где стоит лагерь с повышением, туда я поставлю военный лагерь, и вот это повышение и ниже латник я отведу на клетку назад, а третий останется там же стоять. Ну, могу его на янтарь поставить. Понял, брат. Что мы удалились с моей территории метки. Брат, а можно как-то в лицо мне военные лагеря не ставить?
Ну, я просто слышал, что ты там венгра поджимаешь, а мы с венгром типа теперь друзьяки до конца. А, венгра поджимаю. Ну, не, если ты ему ничего не сделаешь, тогда у нас мир будет жвачка. А я по войну объявил сразу. Три лучника просто, у меня есть деньги. Они меня булят, понял? Все, машиностроение. Они запретили мне расширение культурное, заблочили инженеров и дальше продолжают булить. Опа. Ты же все равно победишь. Брат, я ни в одной игре не победил все-таки в FIFA ни разу. Да, мне что кажется, победа будет и за Францию, и за Вьетнаму. Победа одна, но не на двоих. Слышал? Не знаю, за кем-то из них будет, точно. Так, а давайте сначала Гурдвару куплю. А так вообще, конечно, хочется строителя уже. Чтобы обработать это все. Кто-то из вас точно, потому что вы вообще выйти на одном континенте сидеть. Человек просто не знает, кто такой Атини, поэтому он... А, да. Не, я знаю, кто такой Атини, прекрасно. Не, мы давно с Фианом. Ну, понимаешь, если Атини... Видимо, Дим, мы его не зря упороли, потому что он что-то знает. Нет, он бы ничего не сделал, просто Фианор... 10 городов, как же страшно. Фианор спонсор, Желжик, если ты не видел. Ну, как бы давний здесь человек. Спонсор Желжик? Да, вы не обязаны быть Желжиком, если вам это не нравится. Вы не обязаны объяснять свою Желжиковость. Объясните, что такое Желжиковость? А тебе все расскажи. Ну, даже да, секретно. Есть люди, которые даже не знают, что такое жил. Ну, я как бы не белорус, извиняюсь. Ты знаешь, Атини, ты это с таким тоном сказал, как будто как им хорошо, они не знают, что это такое, живут спокойно себе. Атини, так объясни, зачем ты выкупил Сингапура юниты? Разве это? Наверное, выкупил. Наверное, надо добить до 6. Выкупил, в чем проблема? Ну просто венгр негодует, ты же понимаешь. О, нет. Наверное. Так это у меня под городом, у инка. И чё? Ну объяви мне войну, в чем проблема? Пойду пограблю тебя. Нормальная тема, я вам так скажу. А кому это тут так Наска нужна прям? Ого, ты решил на туре мне войну объявить? Ну да. Ты же попросил? Я уже 6 закинул и все. Я всего-то спросил. Ну мне Наска, в принципе, не нужна союзня, да просто 6 этих. Ты сколько спрашивал одно и то же, ну какая тебе разница? Не напрягает, войну, как и ты знаешь. Блин, тут промышленная нет, зона больше бы дала. Да, черт, построил. За счет кита у него науки столько, что сколько пеники, только он еще сейчас вообще ни с кем воевать. Ты не подберешься еще. Так, давайте вот древние стены. Брат, а зачем ты нам говоришь моего соседя? Что мы можем? Строителя. На будущее поддержать мне. Торговца куплю. А, твой посыл бесполезен. Так, давайте здесь еще строителя. Дима, да? Я тебя пальчиком погрызу за то, что ты много науки сделал. Это все, что я могу здесь сделать, простите. А что мне делать? Обижаться? Ну, мне сказали, я погрызил. Ну, когда... Кто тебе сказал? Вот там сказали что-то делать. Мы с тобой в союзе, что я могу здесь сделать? А, Фианор, я просто... О, а вот это Адриатическое море, оно внутреннее, что ли? Или там есть выплыв? Нет, оно внутреннее. Классно, у вас тут Средиземное море, считай. Да... Еще и Адриатическое, прям хочется туда в эти, как, на курорты отправиться. Лугудунского края. Это что такие за курорты? Ну вот, Угала, Лугудун. А, все, понял. Армаду формируют, зашибись. Блин, эти сорны такие классные. Стреляешь, отходишь, стреляешь, отходишь. Так, ну я бы, наверное, Джонку еще формировал. Что-то у меня селитры навалило. Выхожу в бег. В третий. Как блин, в темный век выхожу.
Ну, я бы в темном, конечно, остался, а не в нормальном, как вы понимаете. Так, книгу сейчас надо проверить, что... Да, книга печатания — это следующее, это возрождение, поэтому не будем открывать. И просвещение... Не, ну, в принципе... Тут уже открыто, так что нормально. Нет, есть один не очень надежный метод, но может сработать. 20 очков, записывай. Отче наш, Юрисич. Не, брат, я сегодня так это... Скажи, я сегодня так за экзамен защитил, я не думаю, что это два раза за день сработает. Не, ну тут без шуток, типа, кроме как божьим промыслом, это никак не называть то, что типа я на 4 его сдал. Блин, а где дамбы-то? Значит, препод нормально попался, который не душил. Но они в возрождении точно. А немец совсем уже? Типа, почему он мне делегации шлет? Может, немец, ты правда подпевался? Просто, почему бы и нет. Понял. Живем. Так и запишем. Дим, можешь сейчас своих этих товарищей... Окей, не примите их направо отвести. Последок уже. А это я не иду? Не-не, вот эти у тебя два слона, их чуть-чуть справа, чтобы типа у меня я пробежал сразу. Да я понял, я и так иду туда. Все, спасибо. Театралку я лучше, блин. Ну ладно, давайте. Строители. А что я тут слон не вижу? Слоны на слонов смотрят. Финикис, мне страшно видеть твоих людей. Да, немец тут, конечно, сам в архиве, да? Сидит, грустит. Конечно, надо было сначала тут города ставить, а потом Берлин. Так, как у нас тут по религиям? 6 городов индуизм, 13 иудаизм, уныние в 10, буддизм в 12, православие 11 и конфуцианство 2. И вот эти вот два топилы по науке. Индия приняла делегацию Индии, что? Отлично, отлично. Наконец-то все пошло хорошо. Мне нравится этот брат, он, по-моему, вообще не унывает. А че грустит-то? Нет унынию. А кто сильный в этой игре? Подскажите, пожалуйста, как работает механика? Если у меня чудо света достраивается один ход, но у Next это уже будет эпоха. Мне защитится... Нет, не защитится. Только за следующую. На следующую эпоху. То есть у меня следующую эпоху перекинут очки эти, правильно? Все. Да. Все. Мне и надо было, чтобы следующую перекинули, а то в это уже нету смысла рыпаться. О, Дим, так ты тоже, да, в темные? Это мы с тобой. Да не, я уже в нормале. А, ты меня была. Да не, наверное, не будешь, в принципе. Да не, мы же норм... мы ж друзья. Нет, братья, понятно, кампус на плюс 6 просто увидел. Культурный. Вот это повезло. Что за религия? Так, а давайте мы мастерскую купим. И. Пускай, короче, там у индуса индийская пока останется, там на кормишка. Не знаю, блин, надо ли мне водяную. Так, давайте, во-первых, купим... Я сейчас зашел в ситуацию, когда у меня большая часть науки идет на рейк. Рабочих на остатки веры. Да ваши эти религии кому не нужны? У меня ее нет. Брат, тут же нема гоняет поселка, я с ней, короче, повоюю чуть-чуть, хорошо? Ну, блин... Это ты хочешь забрать? Нет, в смысле, я просто... Компонгов я вообще мало. Нельзя, вообще надо компонги собрать? Реально строить, знаю, а то что-то я... Я говорил, с севером не подносил. Забил на это. Я хотел поставить какую-нибудь пуну, чтобы еще больше получилось. Ну, лол, ты прикинь, насколько Женева вообще всех переиграла в этой игре. Это... Главный мой противник. Короче, чтобы вы понимали, Женева подплыла, короче, лодочкой, дала ему осаду, и на следующий ход она у него поселка украла. Так, ну, веру снизим. Что? Так, что тут? В этом районе нельзя строить здание. Давайте я за кампус проголосую. Я вроде универы...
Это прикольно будет, если мы проведем. Так, ну вот веру я бы прям конкретно вложился. Короче, игра, ну вот реально со скриптом. У меня дамба опять достраивалась один ход, и она специально меня разлила и все разрушила. Где? Под моей стольник. Что-то не вижу у тебя тут дамбу. Ну вон, Дерван там голосует. Так мы с... Ну, они ж могут списываться с союзниками, да. Да ну, но он взорвался прямо не вовремя. Так, снижено за веру. Ага, минус 50 за веру. Я вложилась Канада и вложился я. И наоборот, кампус быстрее, чтобы там все строилось. Ну ладно. Так, я, пожалуй, здесь живут драконы возьму. Континенты, новое чудо природы, потому что я тут открываю как раз карту. Сейчас будут каравеллы. А, это же у нас требуха. Да. Да, сейчас начнем строить. Ну, там не только я, вообще-то, за веру вложился. Там попасть не будешь. Как-то этот момент мы не предусмотрели. А что за рофл? А, слушайте, а я ж в союзе. Давайте, наверное, союзиться все-таки с Финикией. Кстати, мне города влияют. Тут у меня город 8 мой. Исследование. Это две каравеллы, военный лагерь. Исследование, литье. Так, а для литья это нам два арбалета, по-моему, да. Ну, зашибись. Деду на сделка. Финикийская империя сделка. Шенгети выполнили. Деду на тоже сделка, смотри, устраивает такое. Так, тут в Маджапахит я хочу тут дорогу провести, ну и Бантен развить сам по себе. Ходят слухи, Таруга объявляет войну инкам. Да, мы вроде с Таругой не в войне. А ты у Таруги спросил? Ее мнение не учитывается. Так, тут надо часовню великого магистра. Так что ему смешно стало. Дипломатическую службу надо открыть. Именно этим ходом должен был юнит назад вернуться. Ну что это такое? А какого юнита? Я тебе там юнит, я тебе убил бы этого воина. Донес, а ты в Бадунге будешь там бы строить? Просто если не будешь, я могу построить у себя. Но тогда в Бадунге?
Да, планировал, конечно. Я просто еще не открыл дамбы. Я следующим ходом. Я, в общем-то, ставлю. Все, хорошо. Ну, просто решил уточнить, мне она как бы сильно не нужна. Тогда я тут отложу, кстати, перейти, чтобы дамбу ставить. Можешь вот этого слона увезти, или ты походил уже? Походил. Каким? Да уж, просто. Всеми походил. Ладно. Четыре. Кампус. А, кампус 4 тут есть. Ну давайте, наверное, сначала кампус. Блин. 12 ходов, правда. Сижу без союза, как свитч. Нет, ты один. А кто еще без? Я. Кто говорит это? Немец. А ты вышел у них? Нет. Не вопрос. Возможно, тут есть где-то взаимосвязь. Так, а сколько теперь должна теперь джонка 125 стоить? Зашибись. Давайте купим без союза-то останется джонка и делаем армаду. Там ж некуда. Так. Первый в мире армады. Мне с сынком союзится. Не, ну просто у тебя походит, походу больше никто никого не остается. Канада есть. А, у нас еще Канада есть. Опа, Канада, здравствуй. Как на улучшение Канада юнитов, может, оставим? Давайте уже всех лучников до арбалетов. Потенциально, если тебя придут пороть, можно да военно там раздумать будет. Так, теперь можно и заменить. Кавалерия. Ладно, содержание юнитов пока убрал. Так, а что это я в Джакарте... А вот скажите мне любопытно, вот если во всех городах там даже в одном построю стены, а потом я открываю сталеварение, дается какой-то это бонус в обороне, потом... Нет. Если плюс стены, плюс сталеварение. Нет, только будет бонус к туризму. Спасибо. Кто-то говорил, что стены возрождения вроде... какие-то бонусы дают, нет? Ну, стены возрождения у этой... у Грузии, это как сталь плюс еще стены. Вот-вот-вот, да. Вот что-то подобное я и слышал. Плюс стен то, что... Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. А, помню. Стены возрождения с карточкой потом могут давать науку. Да, да. Гениально, конечно, карта. Так, следующим ходом поплывем. Здание, которое ты еще не даст строить. А, и можно будет, куда, кстати, галеры апнуть и еще в... У тебя карточки покруче есть, но открытие вот это. Каравеллы. Тут стоим. Блин, а тогда карточку будет еще на каравеллы поставить. Ничего. Так получается, там максимум может быть 6 науки, если ты во всех городах построишь и город, и военную академию, и стены. Ну что это такое? Это совершенно идиотская карточка. Требуха сделка. Ответная. Секундочку. А, мне не... а, вот. А, так у нас вот такой маленький этот континент. Ну просто у него там захваченные города, ему счастья больше надо, а у меня и так поменьше, чем у вас. Вполне, по-моему. Ну, в смысле, на счете, на так, карте. Еще давайте амбар, а дальше что мы будем строить? Акведук на плюс 5, вау. Ой, не акведук, если промышленная зона, так, так мне тогда тут надо вырубить лес. Будет, не забыть.
библиотеку я хочу покупать. Дим, только не обращай, пожалуйста, города, которые у этого. Да я не буду, мне только твои нужны. Да компонги делать. Блин, жалко, компонги получается только рядом с рыбацкими лодками в принципе строятся. Только на побережье или озере, что? Только рядом с морскими ресурсами, да, видите, вот здесь не строятся компонги. Значит, аквакультуру все-таки надо будет залян взять, а то нам тут... Так, пошли как компонги. Здорово. Блин, а тени уже в промышленной эре. Обалдеть. Так там если подать. Что, братья, я не знаю. Но там уже эти. Промышленная эра начинается через броненосцы. Вы аккуратней. Держите своих близких. Хорошо. Не, ну ты-то с ним в союзе. Так, где... Блин, где еще моя джунка, о, господи. О, счастье-то какое мне привалило. А, во. Да не, брат, я чисто так пограбить. Не вовремя ты пишу. Когда вовремя, брат, ты же сам понимаешь. Вот, сейчас тебе скажу. Походу через 4 минуты. Блин, ребята, подскажите, а у меня теперь все районы получают маленький бонус от этих, что ли? От рудников, что ли? Это так работает? Да. Слушай, а ты когда читал описание Гала, ты что там читал вообще? Если тебя все вообще я удивляет. Подумал, я подумал, типа ганзы получают маленький бонус, понял? Они все районы. Виды. Ну, да. Если получал опит, наверное, это уже пихнули в само описание уникального района. Хотя, с другой стороны... Так, вот тут это надо дамбу. Не запихнули почему-то. Но. О, блин, 90 ты. Ладно, отложу то один ход тогда. Я сильно удивляюсь всему подряд. А ты не хочешь инка снести? Я, брат? Ты, кажется, теперь да. Удивился. А он в одной техе, как и я. Чем мне его сносить? Не, если ты мне расскажешь, как я... Смотри, а когда останется время, если сейчас останется последний вам, можешь показать на стиле территорию канадца? Ну я типа в национализме. Интересно, что тут могут. Значит, салата, скажите. О, пиопитахи. А, ты венгра грабишь, правильно понимаю? Ну да. Так, так а почему я не могу сменить? Лайфхак какой-нибудь. Берешь, короче, армию, строишь, а потом сносишь профит. Тут все проходит через реки, они еще эти пойменные. Потом тут горы. Кстати, не давай мою как снести соседа. Смотри. Сначала отрываешься по науке значительно, потом уходишь в самолеты, потом спавнишь все одни линии и сносишь. Все. Это можно и без. Звучит как план. Может сработать. Отлично. Работает. Всегда будет работать. Оказалось, либо ты подхрюкнул что-то. Может быть. Это транзит слонов. Нет, я думал. А вот, а значит, да, венгр, это все-таки был ты. Да капец, 80% два раза пропал. Ой-ой-ой. Слушай, Тиня, скажи, пожалуйста, интересно, о чем профит принимать именно эту монархию? Качество единства. Жилье? Монархию? Просто я смотрю, как раз у тебя постоянно ее... Амбар, верфь. В монархии, во-первых, у тебя влияние... Промышленная плюс один. Не, ну тут, наверное, верфь надо. Во-вторых, карточки удобные.
Ну да, это соглашусь, самый удобный из всех. Естественно. Пока, наверное, никуда не отправлять. Я обычно беру эту... Так, а где-то у меня тут был еще... Теократию, по-моему, там вторые по... Но у меня веры нет. Удобство. Чем мне теократия? Ну, чисто пока по чуть-чуть можно будет. Просто, как по мне, это больше бонус, чем жилье и... Чем жилье стен, которые везде строятся обычно. И они, которые... Ну, типа, прикольно, но... Ну, мы поняли. Кто... Кто там кому? Тинью Наске? Слышь, Тинью. Шо, нам не мешает? Не-не-не, я против, ты чё? Блин, Тинью Наску, ну пожалуйста. Ну что ты уже в союзе? Пусть будет буфер между нами, брат. Ну смотрите, Венгар и Гал там вот, что происходит. Венгар и Гал? Ну, Венгар и Гал, они рядом с Наской, или вас не беспокоит? Так, я Тине дружбу кинул, я... ну а что я могу сейчас сделать? Захватить Наску самому. Хорошая идея, слушай, она почему-то мне в голову не пришла. Бить нужно первым бросом. Блин, опять Тине обижают, ничего не сделал, обижают. А Тини или Ати... Ну, в смысле, его обижают или он обижает? И его обижают, и он обижает. Сволочи. Они убили Кеннеля. Ироды. А Тини, тебя хоть какой-то игре не порят? Каждый раз. Как в первый раз? Видимо, да. А вообще, вот, друг на Индии, это как сильный? Ну, он с тактической точки зрения сильный. Ну, значит, правильно, что я его пору. Ну, ты смотрел стрим Лёши? Нет, я не помню. Он там Лёшу душил религии, помню. Не, я с Лёшей не так часто. Я, помню, всего три раза до этого сыграл. Один из которых меня вынесли почти в самом начале. Я там несколько раз был. Понял, честно, тебе просто не повезло, что ты с нами не хотели не пойдет. Так, пора ставить учетные банки. Я конечно, со всеми... А у нас какие-то новые правила? Не привык сравни агрессии сталкиваться. Новые правила такие вы. Не, морские рейдеры не буду ставить пока. На улучшение юнитов, наверное, надо тоже пока... Я почему я учился в этой игре? Убрать... Ну, может. Короче, я научусь районы нормально оставить. Ну, что-то как-то веры мало я тут. Давайте либерализм поставлю. Плюс 5 веры и смысл. Мне нравится больше поговорка, что если ты не будешь кормить свою армию, то ты будешь кормить чужую армию. Я вот ей пользуюсь в основном. Слушай, глубоко. Это Наполеон сказал. Ну, я думал, он что-то знает. Ну, в итоге там Виктор все проиграл. Амани Пингалу. Ну, когда 12... все люди на континенте играют. А, брат, ну что, наверное, надо поменять. Это тоже Франция, то есть как бы это мой Пингалу идея. Сюда. Магнуса в Бантен. Да, давайте. Наполеон не особо. Ну, они друг друга не особо жаловали. Вообще, не знаю, как бы Франция там, Франция тут, мне этого достаточно. Я бы уже Пингалу на науку качнул. Ну, если мне кажется, больше всего тупанул в этой игре с тем, что у меня не было устойней этих люксов, и я начал просто чисто по люксы первые города ставить, вместо того, чтобы прикрыть стойный от тебя зачем-то. Ну, я все равно напал. Ну, слушай, с прикрытой стойной немножко сложнее будет делать. У тебя стойная не бралась в осаду, если бы ты ее прикрыл, там бы здание взялось в осаду, это было бы гораздо быстрее. И вообще у тебя рельеф не очень удобно для обстрела. Три, ну, во втором радиусе три этих. Три леса еще и холм. А Магдебург тебе что сделал? Да хочу чипу. Что, я у нее рядом с горой не построил еще? Он уже не садился.
Тебе нужно Иерусалим захватить, тогда ты... Блин, у меня вообще есть кампус рядом? Ага, вот тут. Я хочу захватить город одним рыцарем. На 87-й ход. Так, а есть ачивка? Я думаю, есть, это личное. Я попытаюсь, не факт, что я захвачу, конечно. Какое пресное название у города на севере там? Финики. Ой, я? Вот это? Да. Выглядит как будто Атини не мог придумать название, да? Не, мне кажется, мало ли бы такое подошло. Политики. Ну вот там стены начали. Зачем я вслух это сказал? Вот моя проблема от языка начинается. Да-да, особенно вот вчера. Вот, блин, язык у тебя просто враг. Ну вчера, если бы я это не спалил... Виктор Амани. Ну, был бы шанс это показать. Может, куда-нибудь все-таки разместить, чтобы города росли? Наверное, в Бандар... Набраться. Давайте Виктора в Банджармасин. Там бы этот, там те, как был бы. Чтоб город рос. Там бы, брат. Ладно, ладно, немец, я пошутил, но не достраивай, пожалуйста. Зачем нам дружба, Вьетнам? Ничего нет. Ну, у меня тут есть с кем дружбу заключать. Мне Магдебург очень нужен город. Это хороший город. А тут агрокультуру в Палимпанге все сделать. Так отстающего от меня хотите? Че, венгр, помоги. Да. Помощники. Я тебе кину предложение. Мне сейчас самому надо будет. Так купуют. Хотя давай дам все-таки чуть-чуть. Блин. Кинг, можешь на тебя? Куплю эту клетку, вот, потому что тут что-то Гал вообще так просто захватывает все культурой. Это кому? Ну, это тебе Гал спрашивает. Трех послов выбранным. Сейчас. Брат, а зачем ты строишь 600 военки? Ну, видимо, в жене. Я Кеню объявил войну, у меня сзади Сингапур, я его забираю. Ну да, Сингапур 76 армором ты уже забираешь. А почему тогда все войска стоят на моей границе? Заметь, на рыцаре не работает там башня, там вот это все, инку. Чего? На будущее. Это кат сверху, брат, я его сейчас засюзю и... Ну... Или ты о чем? Какие у меня войска к тебе подошли? Мне как там все стояло, так и стоит. Не, я просто к тому, что ты вместо того, чтобы развиваться, у тебя классные места, у тебя классные статы можно делать. Ты а того, как тебе акад кавалерии поможет? Там да? Такой антиближнего боя и антикавалерия. А, антикавалерия. Ну ладно. Ну, тогда я слабый. Тогда наши войска дальше пойдут грабить. Так. Ну, сейчас подумал. Стит мне... Чем руководствуются разработчики... Ох ты, блядь, когда... Финикей поплыл. Чем руководствуются разработчики целы, когда сделали... всего 5... очков передвижения великому потолоцу.
Типа он дает плюс один всем мощным юнитам, но сам не может с ним передвигаться. Да, тормоз такой. Сложный вопрос, брат, сложный. Еее, дамба. Так, а у нас есть тут вот ремесленников пора ставить. Блин, надо было еще первого посла в Женеву отправить. О, вот это ты, кстати, нормально принес, брат. Какие? А, слушай, валет-то у нас есть. А где валет-то? Да. Ух ты. Давайте, может, мы в валету все-таки этого... Да-да-да. Торговца. Вкусно. Спасибо, Винг. Блин, а как туда доплыть? Это все равно через море надо. Да, боже, может хватит голосовать, если нет конкретных. Мне даже не пришло. Да там сейчас придет. Верфи. Так, военные лагеря где-то надо поставить. Наверное, вот сюда поставлю. В сторону Гала. Кого-то, видимо, обижают. А не это хочу. Нормально вот это, то есть, что кто-то может залутать два дебачка, то есть бесплатно. Ну, что поделать, это к канадцу вопрос, зачем он это предложил. А, все, понял. Не принято. Напомните, пожалуйста, где там фермы на холмах открываются? Это в промышленной эре. Строительная инженерия. Походил. Дай, пожалуйста, а то у меня тут это жалко прип. Да меня тоже вот напрягает, что этим не зал фотоводство на броненосице и еще джонки поводят. Я бомбарды поставил в городах. А у вас там морские баталии, да? Нет. Просто к нам тут друг приплыл. Два друга. Точнее, пока один. Блин, ладно, давайте строителя. Не, шпиона. Вряд ли джонка заберет города в 62, тем более, что стены с... Ой. Да ё-моё. Можно подрубить. Фига ты то. Если денег не хватает, ты же всегда попросить можешь. Ну, там это просить каждый раз зачем? Пускай капает. Я ж не знаю, может тебе нужны как раз именно вот, чтобы было. Я, блин, не забываю купить.
Ну, как минимум, пограбить можно. Не хочешь я пересечь? Ты мне что-то говоришь? Да, да. Что? Я не слышу. Пересюзить. Пересюзить что? Валету. А, валету. Хочу пересюзить валету. Гал, так ты же успокоился, а нет, Магдебург забрал. Или ты дальше идешь? Венграм не стоит переживать за свои города. Тут мешает мне человек слева от тебя. А что, ты не хочешь его попилить? Венгра? Ну да. Да я вроде этим занялся сейчас, немцем. Ты очень добрый человек. Такова жизнь, брат. Действительно. Мне кажется, на ней будет уголовная лояльность отваливаться. Как бы... Все возможно. Да я тут правофлился в одном моменте очень сильно. И вот к жопу все ушло. Ну блин, у меня 7 городов, что мне делать? Ну типа я соты вот сделал, это все максимум, что я могу выжить из своей империи. Дальше вы будете... Чистоты. Ну а дальше-то я уже не смогу бустить тебя ничем. Так, Женева... Под влиянием Димы, да? Юнса под влиянием Димы. Хотел спросить у Атиня, будет ли он до конца дружить с Индонезией. Потом понял, что тут союзы навсегда. Так, вот это мне не нравится вообще. Да я просто понимаю, что в Лайте они просто придут и меня закидают. В два стола. Мне вот страшно, очень страшно. Ну... Они тебя где-то порят или нет? Прямо его снесли вокруг. То, что что снесли? Да, возле границы его. Зато, ребят, видели бы вы, где кирасы находятся. Знаю. Ну, понятное дело, что ты знаешь, брат. Что тебе снесли, я не вижу. Галеру возле его границ. Не понравилось. Давайте промышленную зону. На плюс один всего лишь, но... Равно приятненько. Да только тебе галера не понравилась, или ты прям собрал? Объявите все, кто видит Сингапуру войну. Я его уничтожил. Осуждаю. Так это на меня напали. Бедный Сингапур. Мне его жалко. Да, хотелось бы, наверное, таймер увеличить все-таки. Так это динамически. Все-таки что-то задумано. На самом-то деле, из-за того, что некоторые мне кажется, было смотреть было, как 500 науки лишних не получил. 500 науки это что там? Ну, в смысле, с этого здоровья, сколько он там дает, который на чудеса. Индонезия вырывается вперед.
Чтобы поставил бы там на одну клетку правее, было бы еще, еще одна клетка с чудом. Женя его все-таки, наверное, за союзу пока. Валетту хотелось бы, но тут слишком далеко. Как сказать Венеции, чтобы она убрала свою квадрилему? Венеция, please doubt your квадрилема. Кто на Венеции? Руинер. Есть английский, с Венецией надо по-итальянски разговаривать. Задумно. А, слушай, они на нас, короче, поехали, я так понял. Причем мы даже в привате. Мы можем в привате общаться с союзником. Бля, они там потом своих доедят. Братья, стоп, идти их, пожалуйста. Тут положиться на нашем континенте не на кого. Военник тогда. Не знаю, мне за Феонора обидно. Пришел человек сыграть, а вы его взяли, вынесли. Я Феонора даже не забрал. Не знаю, ты объявлял ему войну и помогал всячески Майлайфу. Это мой союзник, что был должен делать? Не слушай, они тебя байт. Просто поставь везде эти. Все, что надо делать по союзникам? Мешать ему немного. Что еще надо союзнику делать? А что-то... Не понимаю, как ты к этому пришел, но ладно. Ой, я случайно отклонил. Ну, в смысле, победитель все равно только один, поэтому союзник, как бы, ну, выбил с него получать, получаешь, но... Тебе все равно выгодно, чтобы он как-нибудь отставал. Вообще не знаю, где кампус ставить, просто тут поставил. Феонор просто для вас это повод, а не причина. А откуда он тебя порит? Привет, брат. Не, ну сад не оставишь. Дай потешиться в Аюбе, что все-таки из-за меня война тут началась мировая. У Димы Кахоки, Занзибар под боком. Кого сейчас отстреляют? Да, у них там две научные ГГшки, Занзибар, там эти есть, там валеты. Женева, между прочим, которая науку дает за отсутствие войны, так что... брат, давайте хотя бы не вылетел, давай без всего... А, ой, блин, точно. Феонор, тебя вынесли, да, ты... ты там это... А это было в разговоре, это было в разговоре. Какая разница? Что? И что, мы все забыли. Да, да, плюс... А, ну тогда извиняюсь, что... Могу ответку, короче, это как-нибудь... Да нет, все-все, ты... все. И типа, чтобы не обидно было, как каждый... Нет, ты просто успокойся, и все. Да не, шутка, естественно. Ну все, можно... Ну все, это про ненаучные вещи, кто знает, значит, понятно. Ну, это Америку не открыл никому. Слушай, у тебя есть немного селитра на бомбарду? Ты это вот кидаешь вещи, лучше пиши, они ж нас слушают. Или просто кидай трейд и все. Так. Банковское дело. Немец жесткий разведчиком каким-то непонятным, который 300 лет стоял, захватил моего строителя. Ну дай хоть где-то повыделать. Предложение, Гал. Сейчас посмотрю, секунду. Брат, а ты вообще войска не строил? Почему у тебя города в 50? Делай что-нибудь. Блин, я мискликнул.
я венец. Венгр, предложение. Ребят, у меня три дружбы. Я мискликнул, я думал, это право прохода от этого, и я просто на тебя нажал быстро, потому что... Ну хорошо, в следующий раз так не делай. У меня закончились торговые партнеры, которые объявили войну, так что я ищу новых торговых партнеров. Может быть, сработает. Конгал, ну короче, там всех, кто там поднакидал приколюх. Ну вот поставьте, пожалуйста, бесконечный ход, мне нужно отойти на 2 минутки. Я могу просто 2 минутки к таймеру добавить. Строк захватывать будет и через меня. Финики. Сюзит этот. Но я ее бы, ну типа, себе забирал бы. Но мне страшно. А ты можешь ее просто перехватить и сломать? Нет, не могу, я вот и спрашиваю брата. Можешь ее разрушить тогда? Зачем мне разрушать носку? А, да, ты кампус отжал. Там на плюс 6, брат, вот я что и говорю, мне страшно. Так, национализм. Первый посол пока поставим. И в Женеву. Немножко как-то жалко венгра, в том смысле, что его уникальный юнит теперь не то чтобы работает. А какой смысл сейчас? Венгер, скажи мне, а ты наркоман? У тебя этих ресурсов еще миллион, зачем ты отказываешься от сделки? Что-то я вот сейчас не понял, зачем жене его перекупать, если оно сейчас не работает. Как это? Она не работает. Не воевать. Почему она не работает? Ну потому что нужно не воевать. А науку, то есть она не дает просто так, вам, а потом мне. Что я хотел убивать? Не работает, говорит Женева. Да, он злей. Шутник. На приколе просто. Он пытался тебя переиграть, но не получилось. Имел в виду, что бонус уже не работает, что вы такие токсичные. Давайте, наверное, пингалу на культурку. Пока. Ну, я могу еще одного шпиона сделать, пожалуй. Так, мастерская. Где у нас индустриализация? Вот тут. Ну, надо туда идти. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране.